страшно уничтожена. С этой стороны портал больше не закрыть. Энергия ада течет в другом мире из источника, который мы называем колодцем. Вы вернулись. Вы единственное создание из плоти, способное перемещаться между мирами. Возможно, у нас есть выход. Вега пытается получить доступ к файлам Оливии. Доберитесь до терминала, и мы предоставим вам информацию. Всем привет, друзья, с вами Спикер, и продолжаем Кровавый Дом. Ну что, темный коридор, снова мы на Марсе, и тут полный ад. Разберемся с этой ситуацией и спасем весь мир, как и всегда. Так, наверное, дробовичок. И у нас тут... О, поднимается прямо в нашу сторону. Сейчас быстренько забьем. Сейчас быстренько просто вкарим. Так, еще разок. Эх, мясо. Сколько мутантов идут, походу, просто в комплекс. Эх, ты жесть, их, походу, очень много будет. Новые мутанты и, наверное, новые пушки. Хотя у нас уже все виды пушек. И у нас снова показывает припасы. Так, да, у нас очень мало припасиков. Нужно будет все две подбирать уже. Так, давай-ка прямо наверх. Так, ребят, поднялись наверх. Вот так можно. Испугались. Хорошо, что у нас тут есть. Это дело можно включить, хотя такой рубильник я первый раз вижу. И довольно интересная музыка за игра. Но хорошо, я даже не знаю, что это такое открыли мы. Так, здесь у нас ничего такого нету. Спускаемся ниже. Так, вижу и на спуске еще ниже. Ух ты, да, что я вижу? О май гад, это же текстура первого Дума. И у нас даже открываются двери. А звук какой, реально первый Дум, друзья. Это, видимо, у нас просто пасхалочка. Так, у нас были жизни. А вот тут у нас дробовичок, это дело подбирается. Подобрали, реально первый Дум. Хо-хо, это даже не очень как-то очень неожиданно. Да, просто, видимо, текстурку сделали, но это очень ностальгия, и это довольно радует. Даже звук, очуметь. Ну что, вернулись снова в новый дом, и довольно прикольно сделали, ах, разработчики. Хорошо, спускаемся, у нас, вижу, очень много припасов, и нас ждет полная миссия. Ну что, ребята, куда идти дальше, даже не знаю. Ах, нам нужно 140 метров именно в ту сторону. Так, вижу, по лестнице можно именно вон туда пойти. А хотя, мне кажется, и вернулись прямо оттуда же. Так, припасики мы собрали. Хорошо, вернемся, наверное, обратно. А, сверху мы были. Хорошо, вернемся, наверное, обратно. Возможно, что-то мы и упустили. Так, сенсоры мы не пройдем. Так, нам нужно 90 метров именно в ту сторону. А, все понятно. Нам нужно именно туда идти. Сейчас снова наверх. И прям по светодиодам. Так, вон сверху были. Сейчас поднимемся наверх. Окейшки, кажется, вижу, куда нужно идти. Так, давай-ка, наверное, еще разок. Даже не знаю, мы даже не допрыгнем до туда. Мы реально до туда не допрыгнем. Хотя пытка не пытка, все-таки мы залезли. Хорошо, у нас есть контрольная точка. Дверь у нас не открывается, нам нужно... А вот тут довольно высоко, скажу. Тут реально невозможно перепрыгнуть, хотя кто его знает. Так, дверь у нас не открывается. Хорошо, давай-ка, была не была. Прыжок, еще раз прыжок и цепляемся. Ух ты, да. Такое большое расстояние и реально преодолевает. Хорошо, я еще не вижу, правда, мутантов никаких. Мне уже как-то хочется и пострелять. Так, походу, надо спускаться ниже. Какие черту руины. Так, 50 метров. Хорошо, давай, прямо туда. Кавабанга. Так, ну что, спустились куда-то ниже. Там у нас, походу, есть дырка. А ну, давай-ка вниз. Так, припасики собрали, и вижу, у нас двери. Ну-ка, ну-ка, Сим-Сим, откройся, и что у нас тут будет? Какой-то центр, и нужно, видимо, какие-то данные узнать. Ну-ка, давай-ка узнаем. В личной лаборатории Оливии есть артефакт, который мы изучаем уже долгие годы. Я думаю, он даст вам те ответы, которые вы ищете. На нем ваш знак. Личная лаборатория Оливии не указана в базе данных комплекса. Чтобы найти ее, вам понадобится доступ уровня Альфа. Готово. Доступ к комплексу «Лазер» есть в северном секторе особого исследовательского комплекса. До него километров 80. Далеко вас, ты сказал. Я включу питание поезда, чтобы вы доехали туда. Но для поездки вам понадобится корпоративная карта доступа ОАК. Рядом есть пост охраны. Мы прокатимся на поезде. Идите в комплекс. Ну что, и соберем на припасики и пойдем дальше. Прокатимся на поезде. Довольно интересно будет уже. Перестрелки прямо на поезде.
Это прям как Дикий Вест. Так, у нас есть. Так, шлюз открылся. И идем дальше. А вот и мочилово. То, что ждали. Там, кажется, из бочки. О-хо. Ну что, ой, есть ведьма. Есть ведьма, нужно побыстрее с ней разобраться как-то. Ребята, уходим, уйдем обратно. Мы что, уйдем обратно, у нас будет перезарядка. И у нас есть пескинское количество патронов. Чем сейчас разберемся. Прям земельку. Давай еще разок. Прям земельку, там у них довольно много появилось. Кажется, все, готов. Так, наводка пошла и хороший выстрел. Короче, тебя ненавижу. Еще разок, можно его, в принципе, добить уже было. Так, уйдем маленько в сторону. Сейчас найдем наводочку, где-то была еще ведьма у нас. Где-то была ведьма, наводка пошла. Готово. Так, это еще, ух, ребят, как же... Так, еще разок, сколько тут появилось? Обалдеть, тут довольно большое пространство. Но тут реально будет мочило, уйдем в сторону. Фу, мне уже... Нет, ну, в принципе, есть еще бронь. У нас есть еще бронь, и можно его было добить уже. Давай прям наводочкой. Хотя можно и без наводки. Так, мало припасов. У нас уже мало припасов, тебе можно. Дай-ка мне бронь. Да, у нас появилась маленькая броня. Это, в принципе, неплохо. Кажется, берет на шторм. Или просто кажется. Как он здоровый настрой, как он живучий так. Все, можно его добить. Он готов. Ну что, кто следующий? Так, парадар у нас есть две точки. И нужно найти ключик. Сейчас разберемся, наверное, с остальными и уже пойдем за ключиком. Дока слишком долго перезаряжается. Пошла греночка. Еще одна гренка пошла. Прям в угол. Прям в угол тебе. И в мясо. Так, он готов. И, в принципе, все, кажется. Хорошо, идем за картой и прям на поезд. Интересно прокатиться на поезде уже. Так, может спуститься здесь. Довольно большая локация. И, походу, ребята не просто так не отпустят. Их будет еще много. Так, есть бочка. Есть бочка, чуть поближе подходим. О, это было круто. Так, можно прям в спину. Это не по-спортивному. Но черт его знает. Что ты прыгаешь-то? Оторвем, засунем одно место и готово. Ну что, пожалуйста, подходим. Ну, наверное, у нас мимо них бронь. Куда он делся? Прямо передо мной пап. Вот так, черепушка. И заберем бронь. Кто-то, походу, возле меня рычит. Вот сюда, точно рычит возле меня. Так, перезаряд готов. Прям в него. Это бочка, он добьем его. А пошла греночка. Неплохо. О, готово. Руки, ноги оторвали. Кого интересно, ты пуляешь? Я прям перед тобой стою. Так, есть бочка. Сейчас зарю. Нет, слишком далеко, походу, был. Ну, ребята, ко мне тут. Пошла гренка прям в кучку. Кучку малу, можно его добить уже. Так, у нас бронь есть, жизненно есть, припасики есть, желание убить монстров тоже есть. Ну что, ребята? Какие-то вы слишком вялые. Сейчас. Готово. Так, есть бронь у нас? Чудесно. Так, ну что, 100 метров и 40 метров, ну, можно подняться, наверное, выше. Так, дверь у нас не открывается, как я понимаю. Сейчас берем припасики и вернемся, наверное, наверх. Хотя комплекс, мне кажется, очень знакомый. Так, можно спуститься же еще ниже. 40 метров в ту сторону. Давайте поспустимся ниже. Надеюсь, там не будет их. Ты жесть, походу, зря спустился я. Не зря, походу. Ну, ребята, давайте, наводка. Прям наводочка у нас бесконечное количество патроночков. Сейчас с вами разберемся. Только прямо в земельку. Ты слишком откует. Слишком близко подошли ко мне. Ты же какой черт появился еще. Он просто сразу же в мясо. Так, уйдем, наверное, маленько в сторону. Вот так нужно держать дистанцию. Так, он готов. Так, наводка готова, пошла ракетка. Так, один готов, и еще один остался. Какой что-то промахнулся, давайте еще разок. Там, походу, у нас есть ведьма. Сейчас прям ведьм полетит. Неплохо. Так, у меня кончились снаряды. Наверное, кончились снаряды, а ведьма слишком далеко. Пускай подходит поближе, и мы с ней разберемся. Тут еще появился носорог. А вот и наша ведьма. Есть бочки. О-о-о. Очень опасно было, но довольно эффективно было. Так, у нас есть бонус. Ух ты, да. Ну-ка, ведьма, ведьма, иди ко мне. Сейчас мы разберемся. Это реально круто. Какой бонус-то? Обалдеть, ребята. Сейчас с вами разберемся очень по-быстрому. Сколько у вас тут? Так, походу, и все. Мне побольше. Побольше жертвы нужно. Вот так. Ох, как красиво тут просто уничтожил. Так, походу, и все. Нет, ребят, спускаться еще. Реально, бонус очень нам помог. И просто реально всех перемочили. Так, что нужно? Это мелочь. Эту мелочь как-то не очень-то быстро получается. Ах ты да, мелкий, иди сюда, родной. Сейчас мы просто реально с одного, с двух ударов просто уничтожили. Вот так просто разрываем. Так, просто сквозь него прошли и уничтожили. Это было круто.
Это реально было круто. Так, нужно припасики собрать. Эти у нас бесконечное количество, так что их не стоит собирать. Хорошо, что у нас по радару 70 метров именно в эту сторону. Ну, пойдем посмотрим. Там у нас ничего интересного нету. 40 метров и 100 метров. Видимо, нужно пройти именно вот сюда. Так, здесь не получилось. Ну-ка, давай еще выше. Еще на одну бочку. Хотя можно было и пройти именно вот тут. Так, 100 метров. Кстати, очень знакомая локация. Вот тебя. Сейчас мы будем разбираться снова по новой. Давай ко мне. Не получилось. Давай просто вкарим. Еще разок. Так, пошла гренки. Пошла гренка. Одна, вторая греночка. Слишком поздно. Так, что у нас есть еще? У нас, в принципе, есть ракетки. И сейчас ракетами не будем использовать. Какого черта, у нас реально есть побольше пушки. У нас есть мегапушки, и нужно их использовать. Давненько мы ничего такого не использовали. Эх, ребята, держи. Я тоже умею такие. У него даже ничего не осталось. Хотя, мне кажется, парочку все-таки... Так, он прямо передо мной. Еще один остался. Так, он готов. Можно оторвать ему в глаз. Ох ты, да. Оторвали в глаз и просто... Это было зрелище. Так, да, локация мне очень знакома, но еще играет музыка. Тут остался еще. Ух ты, да, это готов. Так, нужно вернуться именно, наверное, вот сюда. Мне дверь у нас закрыта. Нужно найти другой уже путь. Так, вижу, у нас есть бронь. Это дело подберем. И 90 метров сюда. 80 метров тоже сюда. А что ж такое, куда нужно именно идти-то? Так, ну... А там, походу, мы еще не были ни разу. Хорошо. Какой-то интересный звук. Так, нужно, наверное, вернуться обратно и подняться прямо по этим бочкам наверх. Так, давай-ка еще выше. А вот прямо вот сюда. Те, кто пришел перед вами и с кем вы работаете рядом, трудятся ради одной цели. Приблизить... Так, что закрылся, и мы снова в бункере. Ну что, давай-ка открою еще разок. Работая единой командой, мы выведем нас... Какие-то горят свечи. Они вот реально устроили полный ад уже. Как у себя дома прям. Ух ты, да, у нас новый монстр. Ух, друзья, ну что, возьмем дробовичок. Он бежит в нас. В сторону уходим. Ох, реально какой-то носорог. Вот это же типичный носорог. Давай-ка еще разок. Давай-ка беги в сторону. Ух ты, да. Эй, кто такой ползает-то? Тебе только перестреливается еще. Ух, просто уничтожили. Там стенка не получилось. Его можно добить было. Не тоже поздно. А вот еще один, у нас будет еще возможность его добить. Давай-ка еще раз проверим. Ребята, отойди в сторону. Он реально такой мега крутой чувак. Там еще раз появилось. Там еще парочку ребят появилось. Давай-ка добьем. Интересно, как он добьет его? Я даже маленький не понял, что он с ним сделал. Так, еще ребята появились. Да что ж бегает здесь? В рукопашку уже. Так его просто снесли. Эх, ту парочку зомби. Ну, ребята, держите. У нас, кажется, есть два мутанта. Два одинаковых мутанта. Так, бочка взорвемся где? В принципе, очень хорошая позиция. Очень много мест и есть где развернуться. Бочка, походу, нет, не взрывается. Как-то... Скишком размечтался. А ты живой? Нет, уже мертвый. Это, походу, мертвый у вас. Можно, в принципе, взять уже побольше пушки. Побольше пушки. Ну, ребята, держи ракеты. Сейчас повеселимся. О, сколько там мутантов. Обалдеть. Тут непробиваемо, что ли? Сейчас добьем дробовичок. Ну, теперь можно добить, сейчас тебя добьем. Нужно взять его бронь. Бронь жизни. Ох, куда оторвал клык и засунул просто в глаз. Это было тоже круто. Так, ну что, подходит, наверное, мутантам. Они довольно-таки простые и безобидные практически. Так, у нас есть жизни. Может пополниться. Может быстро не пополнимся. 2% готово. Ребята, сейчас с вами разберемся. А хотя, какого черта, держи грина. Вот и все. И готово. Так, хорошо, мы уже, кажется, возле охраны. И мы, кажется, уже возьмем ключ. Так, именно вот этого нам и нужно чувака, видимо. Так, что он с ним сделал? Он отправился именно туда. Похоже, этот демон забрал вашу ключ-карту. Нужно ее найти. Без допуска вы не попадете к поезду. Это понятно. Хорошо, соберем припасики. У нас там должны быть какие-то патроны, жизни и все дела. Сейчас соберем. Так, ну что-то даже интересно здесь. Так, припасы мы соберем и пойдем уже туда именно. Больше ничего интересного тут нету.
Сим, откройся, и мы в новой локации. Ну что? Ой, это я обожаю. Это я просто обожаю. О, подлетели. Да. Так, ну что, видел парочку монстров, он не внизу. Именно этот монстр мне и нужен. Только, наверное, определенный монстр. Так, ты, чувак, не у тебя карта. Нет, не у тебя, видимо, карта. Нужно уничтожить монстра какого-то особенного. Прямо перед нами уже. Так, можно добить его. Где наши карты? Нет, походу, не у этого. Честно, отбили нашу карту. Так, ну на 30 метров именно в ту сторону. Ну что, идем, наверное, прям за картой, прям уже. Так, вот наш монстр. Вот он сожрал его. Он реально просто взял и сожрал. Так, вижу парочку. Так, он в эту сторону, вот он. Ребята, не мешаем. И побежал именно вон туда. Ну что, ребята, держи греночку. Сейчас мы разберемся по-быстрому. Хо-хо. Слишком быстро. Это будет слишком быстро и слишком просто. Так, есть припасы. Кто-то еще остался. Походу, все-таки один монстр остался. Конечно, он какой-то без руки, какой-то реально без руки, и дерется просто головой. Это круто, чувак, ты просто... О, нет, не остался походу ни один. Короче, ребята, давайте подходим прямо к этой бочке. И, ну, интересно, можно толкнуть ее? Ее можно, в принципе, и толкнуть прямо уже к этим. Вот так толкаем, наверное, и вырываем. Ох ты да, это круто. Ох, секундочку, упали чуть ниже. Так, у нас довольно много припасов было. Так, можно подняться снова выше. Сейчас мы быстренько руки-ноги оторвем. И продолжим свой путь именно вон в ту сторону. 180 метров до нашего ключика, походу. Так, система, откройся. Сейчас разберемся, как открываются эти двери. А кто узнает, куда он делся. Мы, походу, не всех уничтожили. Когда всех уничтожим, да, и двери откроются. Кто еще остался? Да, он видит, есть еще парочку. Пошли в рукопашку. И, ребята, держи. Готово. Кто следующий? Долго с вами церемониться не буду, хотя у нас довольно мало патрончиков. Просто заглотку. Ах, к нам уже наш штурм бежит. Прям где-то за углом. Куда ты залез-то? Иди ко мне. Иди, голубушка, ко мне. Так, снова мы свалились вниз. Драка снова вверх. Так, аккуратненько, быстренько наверх, и сразу же сзади будет. Нас же походу прессанули. Так, он готов. Какого черта вылез отсюда? Реально отсюда вылез. Походу, спидер разбуянился. Ребята, они еще остались. Нереально еще остались. Их слишком много. Они приходят как-то очень редко и по одному практически. И он готов. Ну что, надеюсь, был последний. Хотя нет, не последний был. Да, прям в горло ему. Это было красиво, но как не очень эффектно. Осталось 13 патронов. Я, по-моему, готов уже. У нас, в принципе, есть ракетки. И мы тоже можем популяться. Ну что, пошли ракетки. Как же его закрутило-то? Ого, и закрутило просто, и его разорвало. Это было круто. Я промахнулся. Пуски вниз. Успели. Тут еще ребята пришли побачим. Сейчас мы с вами разберемся тоже. Так, в какой стороне? Сверху, снизу. Сейчас прыжок, и можно добить тебя. Эх ты да, не успел добить тебя. Хорошо, давай-ка уже. Он готов. Так, кто набирает энергию прямо передо мной? Они совсем уже обнаглели. Прям вкарю тебя. Хочу тебя реально добить. Красиво, как добить нужно тебя. Прям по ногам. Прям по ногам можно тебя добить. Вот так вот. Глотку и просто об колено. Так, набери это энергию. Все-таки он успел получить энергию. Да сколько у вас, ребята? Мне нужно вернуть мой ключ, а мы разбираемся с мутантами. Ах ты, да. Оторвали глаз, но еще музыка играет. Кто-то еще, походу, у нас остался. Хотя нет, походу открывается двери. Ох ты да, походу слишком рано я радовался. Хорошо, у нас есть крутые пушки, и будем разбираться с крутыми пушками. Сейчас, ребята, разберемся. Где наши крутые пушки? У нас мало припасов. У нас реально мало припасов, и нужно, чтобы выбрать другое. Так, давай-ка наверх. Ребята, сразу двоих можно. Ой, не получилось, как сразу двоих. Так, один уже снятком. И да, это было красиво. Так, можно в рукопашку. Какого черта же делать? Слишком много перезаряжает, но пушка реально мега крута. Ну что, в принципе, остался последний. Сейчас с тобой разберемся. Уже по старинке, дробовичком. Хотя у нас есть второй дробовичок. Нет, с дробовичком. Эх, огнемет. Вот это круто было. Вот наш дробовичок. О да, это дробовик гораздо покруче. Хо-хо, как же он уничтожает. Ну что, идем за ключом и разберемся уже с последним мутантом. Припасы. Нам нужны припасы. Исследование закрытым солнцем пределами базы запрещено.
на безопасном расстоянии от базы. Запрещено. Здесь, походу, нас полнят уже. Или уже очень много крови, и, походу, ребята уже... Это что такое уже? Реально сделали тут как у себя дома прям. Так, пошла гренка. Пошла гренка, ребята спускаются ниже. Так, у нас, походу, щитом. Давненько не было щитом, ребят. Спускайся чуть ниже. Сейчас с тобой разберемся. Один выстрел и об коленку. Это как все было. Так, ну что, продолжаем. Так, у нас есть бонус. Какой-то есть бонус. Мне кажется, это просто робот. Он нам не нужен. Он реально нам не нужен. Мы идем все дальше. Так, больше нет припасов. Там больше нет у нас припасов. Так, его подберем. А, кажется, кто-то еще остался у нас. Сейчас разберемся. Так, это что такое? А, это нужно просто уничтожить. И сейчас появится очень много ребят. Да, помните гнезда? И сейчас начнется жесть. Так, нужно найти где-то хорошее местечко такое. Так, у нас есть бочка, можно, если что, тут отстреливаться. Какого черта тут носорог уже делся? Так, прям возле бочки. Ох ты да. Пускай бежит. Пускай бежит неуклюже. Слишком много перезирается у нас гранатом. Прям уже задница. Это было прикольно. Еще раз появился один. Так, ходим, у нас есть бочка. Прямо возле бочки взрываем. Он ее просто толкнул в сторону. Это набирает откуда энергию. Иди сам себе по себе и ничего не делает. Так, у нас, в принципе, есть гренка. Пошла гренка прям туда. Ну, ребята, взрывайся. О-ху. Сколько мяса. Так, его можно добить. Добьем, заберем уже бронь. Нам нужно брать. У фишки есть бронь. Ах, тебе, сколько у вас, ребята? Где-то еще сверху был. Сейчас нужно забраться наверх, нужно разобраться с ним. Где-то прям сверху пулял в нашу сторону. Прям по бочке. Че, все, обалдеть. Все, отдыхай. Так, это... Ох ты, да, там еще здоров остался. Нужно спуститься чуть ниже. Он слишком здоров для нас. Так, хорошо, у нас есть принцип бастер. Вот так можно пустить просто и пулять в него. Сейчас тебе, родной, запуляем. Так, у нас не осталось брони. Еще разок, и еще разок можно его сделать. Прям в харю. Прям в харю. Сейчас добьем его. Рожки до ножки оторвем и останется ничего. Ох, да. Ну готово. Надеюсь, это последний был. И нужно именно в какую сторону. Там есть пару мутантов. Так, ну походу слишком высоко здесь. Так, ну поедем в ту сторону. Давай-ка прыжком уже. Тут походу у нас реально вода под напряжение. И, видимо, нам именно вот сюда. Довольно опасно будет прыгать. Нормально, перепрыгнули. Так, наверх. Пошла гренка прям туда. Ну, ребята, держись. О, готово. Так, наверх. Так, последний остался. Нет, за меня кто-то еще появился. А, нет, походу, все. Так, у нас тут есть жизни. Сейчас ее, конечно, подлечим. Подлечили и идем дальше. Припасов у нас тут больше нету. Так, в какую сторону? 80 метров в ту сторону. Хорошо, наверное, пойдем сюда. Если что-то будет, припасики. И соберем. Вот тут не очень-то удачно я пришел. Пошел в обратную сторону. Ребята, давайте прям за мной. Так, пошла гренка. Пошла еще одна гренка. Прям в харю. Он готов. Так, ну что? Двоих уничтожили, и, в принципе, больше никого не вижу. Ох, есть бронь. Припасы, бронь и парочку бочек. Бла. Так, больше никого здесь нет. Восемьдесят метров до отметки. Сейчас дойдем, заберем карту и прокатимся на поезде. Так, походу, надо спускаться именно сюда. Так, походу, здесь у нас поезд ездит. И наш мутант где-то поблизости должен находиться. Так, хорошо, очень большая пропасть. Нужно как-то аккуратненько перепрыгнуть ее. Так, нормально. Так, еще нужно выше. Еще выше поднимаемся. Куда, интересно, задевался наш мутантик? Ох ты да. Ну что, мы возле гнезда. Они, походу, молились. Ребята просто молились. Сейчас мы уничтожим наше гнездо. И ребят снова поймем вот с этой стороны. Готово. Ну что, у нас 30 патронов, и будем разбираться. Держи гренку прям в тебя. Еще одну греночку. Это просто в мясо. Это довольно удобно. Это, походу, наш поезд, друзья. По которому мы будем... Что ж такое нас прессует как? Сейчас с вами разберемся. Ух ты, да. Реально, мега пушка.
просто смехнул, еще живучий, какой живучий, а в коленку и готово. Так, хорошо, ребята, давайте сразу всем раза. Я его сейчас сверху вижу. Так, я добьем. Добьем уже жизни. Жизни, патрончики. Так, еще один готов. Это тоже готов. И сейчас добьем. Нам нужно взять дробовичок. Дробовичком гораздо будет покруче. Слишком долго перезаряжает как-то у меня. Ну, просто сразу. Так, кто еще интересно остался у нас? Походу, все-таки остался. Вот наш дробовичок и реально крутой. Сейчас разберемся. Так, у нас остались двое. О, как это было круто. Так, всего же два раза стреляли, и он готов. Давай еще раз. Повторим такую же попытку. Чуть мелочек бегаешь здесь. Так, появился еще один. Так, ну что, разберемся уже? Один на один. Это сейчас будет мега битва. Ну что, чувак, давай свой просто вплотную можно уже. Довольно быстро мы уничтожили. Нам, походу, именно вот сюда, но еще музыка играет, кто-то еще, походу, остался. А вот мелочь пузатая. Мелочь пузатая готова, и, походу, последний был. Так, очень у нас припасики есть. Есть припасики, и, походу, у нас дверь открылась. Ну-ка, Сим-Сим, откройся. Эх, жесть, сколько тут крови-то. А вот, походу, и наш труп, друзья. Наш трупик, наш ключик и билет на поезд. Да, можно прокатиться уже. Нельзя послать за ним команду. Я руководитель этой корпорации. Вся ваша работа и открытие принадлежат мне. Он был моим еще до того, как вы его нашли. Хорошо, идем к поезду и разбираемся. Доступ открытый, и сможем сюда пойти. Ну что, даже не знаю, у нас, по идее, там поезд ждет. Так, можно даже выйти. Хорошо, найдем там, нам, видимо, все-таки нужно идти туда. И сейчас посмотрим, что нас там ожидает. Ох ты, довольно высоко. По карте у нас именно 86 метров, именно в ту сторону. Доступ открытый. Хорошо, посмотрим, что у нас тут есть. Припасы какие-нибудь есть. Конечно, дело-то подберем и продолжим. Хотя мы уже тут проходили. Сим-Сим, откройся, и там вижу парочку монстров. Нужно быть очень аккуратным и бдить. А ох, все-таки нас заметили. Нас заметили прямо возле бочки, что ли? Это, блин, бочки не взрываются. Ох ты же, сколько их там. Их там слишком много, вернемся обратно, возьмем, наверное. Возьмем ракету уже. Сейчас ракетами просто замочим. Паша Гренко уже. Их слишком много там. У нас есть реально крутая пушка. Ну-ка, пошел. Хо-хо, вот это снаряд. Обалдеть. Ну-ка, давай еще разок. У нас осталось всего лишь два патрона. И больше некого проверять. Вот это пушка. Ты что это за пушка? Просим занять места. Просим занять места. А вот и наш поезд, друзья. Ну что же, прокатимся на поезде и реально посмотрим, как это будет смотреться. Больше припасов у нас тут нету. И можно отправляться уже на нашем поезде. Да, походу, в другую сторону нужно активировать его.